Всем привет, это снова я. Итак, решила свою фламулину бархатистоножковую, дикую, по системе открытого полена выращивать. Значит, я оголил весь целлофан, оставил только снизу сантиметра 3 поясочек, чтобы можно было брать, ну и чтобы снизу он не развалился. Вот, то есть он весь уже в примордиях, то есть буквально весь усыпан. Вот, буду наблюдать. Второй блок тоже дал примордий, ну немножко меньше. То есть изначально я его разрезал, пленку вдоль, и сверху у меня было открыто в виде колпака. Вот, ну так как что-то мне не захотелось долго ждать, и плюс камера очень хорошо увлажняет, я решил полностью вскрыть, и это дало свои результаты. И вот можно сейчас посмотреть на данный момент, как это все выглядит. Вот, сегодня у нас 15 февраля, то есть еще даже не прошло месяца, как я инокулировал, но уже весь блок, абсолютно весь, так как бы мне его аккуратно так, чтобы не повредить. Он с той стороны тоже весь в грибах, в общем, он весь по кругу. Но эта система называется открытое полено, ну, как в природе. То есть сверху буквально я не дождался, хотя я и простимулировал грабельками, но что-то мне не захотелось долго ждать, потому что из-под стенок примордии он очень сильно стали выпирать. В ведре тоже, кстати, появились примордии. Это сигнал к тому, что нужно убирать нашу ваточку. Вот с этих мест я убрал ваточку и крышку ослабил, просто так поставил. То есть сейчас посмотрю. Вон примордии махонькие. Вдоль стенок есть примордии. Вот. То есть единичные грибы пока лезут. Но я думаю, в дальнейшем их немножко будет больше. То есть вот наша система работает 100% в ведре. И вот таким вот открытым поленом тоже интересно. Ну, просто будут ножки не сильно длинные, как в природе. Но шляпок будет много. Я надеюсь, что соберу грибов нынче побольше. То есть вот такая вот на сегодняшний день моя грибная тема. Вот. Фламулина молодая. Буду ждать, смотреть, как она себя поведет дальше.